Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ривенгард. Так, забираем с тобой награду. Замечательно. Так, а что у нас здесь? А, ну да, тут же у нас будет сундучок. Бесплатный, конечно же. Давай посмотрим. Монетки, гемы, эссенция, как это, опять монетки. Спасибо. Так, что у нас тут? Входящие. Комитет фестиваля. Ух ты, а что это он мне там еще? Смотри, он мне дал 1800 монет и 19 карточек на... Я не знаю, кто это. По-моему, крыс в доспехах, насколько я помню. Так, что у нас там в чатике происходит? Запрос на подарки. Здесь могу пожертвовать. Пожертвовать, конечно. Давай еще дам. Последний. Последнее пожертвование, так сказать, сделали, да? Ну что, друзья мои, сегодня у нас будет продолжение основной сюжетки. Потом будем драться с боссами, с фигусами и тому подобное. Так, где у нас основная сюжеточка? Вот она. Помнишь, как мы с тобой, да, в прошлой серии зашли в элитную компанию? Как меня там дубанули. Так, ну что, здесь у нас новый будет босс в этой главе. Эту я так и не прошел. Ну ладно, мы с тобой чуть-чуть окрепнем, да, станем посильнее и уже, наверное, сможем одолеть. Ну что же, поехали. Здесь у нас с тобой, так, лучницы, маги и воины. Ого, какой классный доспех. А вот это вот, я так понимаю, ребята, звездность может выпасть рандомно, наверное, скорее всего, вот этот значок обозначает. Слушай, а у нас, по-моему, весь лучезарный орден, да, собрат же. Насколько я помню, это вот... Тихо, 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 тихо. Так, скорость у меня, по-моему, стоит максималка. Так, подожди, тут два мага, два... Ну, с магами, мы уже знаем, ребят, с магами нужно разбираться как можно быстрее. Так, подожди, начать. Да и обратно-то мне конника-то. Начать. Так, как бы там сделать-то? Блин. Далеко, говорит, слишком. Ну, давай вот сюда вот встанем. Дракончика, я не знаю, что-то они все стоят здесь перед этим алтарем. Меня это что-то напрягает, если честно. А как к ним спуститься? Могу бомбануть. Слушай, не слишком ли быструю скорость я поставила, ребят? Да убери ты. Ну-ка. Слишком далеко, говорит. Это плохо. Слушай, наверное, слишком быстрая скорость, да, стоит, ребят? Надо будет... хотя бы... Ну, давай быструю. Поставим быструю с тобой. Так. Ё-моё, она призывает. Я не должен позволить, ребята, ей призывать того голема. Все, завалили. А, так тут еще призывает. Блин. Дракончик, наверное, нам придется вот так с тобой сделать. Есть. Слушай, найс. Ну-ка. Блин, надо было не так. Сколько тут? Одного-то вы... Двоих. Два конника. Вот это я понимаю, ребят. Так, теперь бомбанем. Куда ты сунулся-то, господи, сейчас же... Твою же дивизию, ребята. Ну, блин, ну как ты так лопухнулся, а, маг? Ну как так? Ребят, ну, придется переиграть. Ну вот зачем он туда сунулся? Вот объясни мне, а. Твою ж налево, я думал, что он издалека бомбанет, а он туда ломанулся. Нет, конечно, меня это не устраивает, ребят. Что значит две звезды, когда я могу пройти на три? Ты уж извини меня. Так, давай, по старой схеме. По старой схеме. Значит, иди сюда, ты сюда пойдешь. Ты у меня встанешь здесь. Дракон у меня встанет здесь. Сейчас они тут все... Ай, ай, тихо. Странно, в тот раз, по-моему, немножко по-другому было. Ладно, фиг с ним, поехали. Оу, даже лучше получилось. Так, конник, будь добр. Вызвать, вот так вот. Тынц, тынц. Блин, опасно. Я тебе скажу, опасно. Опасно то, что... Давай-ка я... Давай, наверное, вот так сделаю. Вот сюда встану. Сделаю вот так вот.
Блин, я боюсь, знаешь, что? Что как бы моего дракончика тут не бомбанули. Да ты опять туда сунулся-то, а? Блин, повезло тебе, парень. Тебе просто крупно повезло, а, сейчас, вот в данный момент. Нет, 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 дракон, ты улетай отсюда. Я знаю, что эти ребята могут сделать. Давай-ка мы его отодвинем. Тут, наверное, все-таки надо вот... вот так вот как-то сделать. Давай хернем его. Ага. Ну все, теперь ему крышка, ребят. Это однозначно. Тут мы уже его забомбашим, и никуда он не денется. Вот, о чем я тебе и говорю, что можно пройти на 3 звездочки. Слушай, уровень получил 11. Ну, это круто. У нас уже 2 персонажа 11 уровня. И наше солнышко 10, да? Ну, давай. Рэй, посмотрим, что у тебя тут можно. Ага, вот для чего нужны эти осколки, ребята. Для крафта. Понял. Так, здесь мы с тобой улучшаем. Так, кто-то у меня еще там, да? Солнышко. Получил уровень. Нормуль. Так, и дальше что? Дальше мы с тобой идем в атаку. 17 эпизод. Здесь у нас 3 лучника, получается, 1 маг и 2 воина. Вот, видишь, крысы. По-моему, вот мне дали там крысу в доспехах за фестиваль. Так, начать. Твою же налево, эти лучники, блин. Но мы с тобой знаем прекрасно, что мага надо бомбить в первую очередь. Вот сюда встану в кусты, чтобы, если что, не очень сильно бомбили по мне. И вот здесь тоже как бы... Давай я пропущу ход, пускай они сами подойдут ко мне. Во-во-во, а что вы все в рядок-то там встали? Блин, мне же не дотянуться до нее будет. Трындец. Вообще не айс. Вообще не айс, ребята. Ну-ка, слишком далеко, говорит. И так далеко ему, и так далеко, а. То есть голема она все-таки призовет. Получается так. И ничего, блин, мне не поможет здесь. Да, так и будет. Так и будет, друзья мои. Блин, это с этим вот големом теперь. Вот разбирайся как хочешь, а. Давай-ка я вот здесь вот бомбану, наверное. Здесь сделаем вот так. Твою же дивизию. Ну вот как вот здесь быть, а? Толкануть его маленько. Ого, толканул маленько. Я бы даже сказал, мы его так хорошо сейчас... толканул. Все? Фига у нас прокачался маг. Мы раньше не могли этих големов призывных так легко бомбить. Ну ты помнишь, да? А сейчас я просто с шаровой молнией. И он рассыпался. Найс. Так, давай заберем награды с тобой. Так, билеты. Вот она. Персонажечка, которую я тоже хочу получить. Да вообще всех хочу получить, ребят. Но вот смотри, знаешь, в чем еще большая проблема у меня? Мы с тобой играем основным составом. Да? То есть, как тебе объяснить? Мы прокачиваем основных персонажей. Но ведь там есть тоже достойные персонажи, которые вот у меня отдыхают. Вот, например, Зорька, она вообще у нас не прокачивается. А по идее ее нужно прокачивать, ребята. И всех вот этих персонажей, которые у меня внизу стоят, их нужно прокачивать. И новые, которые будут приходить, их тоже нужно обязательно прокачивать. Иначе, ребята, мы можем с вами так попасть. Что я... Ай, заговорился, ребята, и... Ну, ты понял, да, что я сделал? Я ступил. Я не взял нового бойца к себе в отряд. Ладно, стоим здесь, ждем. Хорошо, что он сейчас стоит в кустах, по нему не так легко попасть. Теперь наша очередь бомбить. Так, подожди, мы сделаем немножко по-другому. Тынц, тынц. Так, ты добивочный делай. Бам. Ты у меня в кусты не сможешь, да, спрятаться? Жаль, жаль. Слишком далеко, говорит. И здесь тебе далеко.
Тебе, я смотрю, везде... Тихо, тебе, я смотрю, везде далеко. Давай сюда встанем. Посмотрим. Пам-пам-пам, живем. И радуемся, ребята. Ух, как хорошо сейчас было. Да ладно. Блин, не буду рисковать драконом. Тынц, тынц. И добиваем. Ха. В меньшинстве, друзья мои, в меньшинстве. Но, тем не менее, он все равно получает опыт. Даже... А, нет, подожди, он же участвовал в бою. А кого я убрал-то? Раз, два, три, четыре. Блин, я же кого-то не взял в команду и... И он не получил опыт все-таки. Так, ну что, 19-я миссия у нас. Че, одни маги, что ли? Ё-моё. Целая куча магов, ребята. Естественно, их нужно... Так, пятого. Их нужно сразу бомбить. Тут даже не обсуждается. До них нужно добежать, до всех. И сразу их ушатывать. Мы знаем эти выкрутасы ихние. Вот, видишь, что творят? Вот об этом я тебе и говорю. Блин, как вот это теперь сделать? Давай вот сюда поставим. Тынц, тынц, так. Предположим. Теперь сюда. Да почему? Да не хочу вашего голема, блин, бомбить. Давай сюда вжарим. Вот. Да что вы меня все... Блин, он не достает, что ли? Нет, конечно. Фигово. Фигово, ребята, что он не достает. Ну ты серьезно не достаешь, а? Нет, конечно. Не может он достать, ребят. Ать! Сможем вальнуть там с тобой хотя бы его, а, здесь? Е! Удача! Удача на нашей стороне, ребята. Все прекрасно, тут какое-то мясо, какая-то еще штука у нас с тобой. Нанести 3000 магического урона. В принципе, это нам под силу. Что у нас здесь с тобой получается? Так, Матео, что? Ага, понял. 15 к здоровью, неплохенько, я тебе скажу. Попросить у гильдии. Я думаю, что у гильдии найдется для меня подарочек такой. Так. Да, у нас с тобой лучезарный орден полностью собрат. Вот у нас вот здесь, вот династия Ридзи, не полностью. И огненное пойло, тоже только два персонажа. А убывающая луна вообще один. А про дальнейшее я молчу. Я у кого-то видел из Соклана, сейчас тебе скажу. Вот. Вот этот чувак прокачан чуть ли не на розовую звезду фиолетовую. Я так понимаю, это убийца. Тут вообще команда типа убийц каких-то. Лучница, видишь. Бабулька, наверное, старенький хиллер. Хотя, подожди. Вытягивает жизненную силу из целей, крадет. Она некромант, ребята, а не хиллер. Круто. Так, смотри, у нас здесь с тобой один лучник и три воина. Один лучник и три воина. И все это за какими-то горами, склонами, да? Фиг туда подкрадешься. Ну ладно, давай как-то потихонечку, потихонечку будем с тобой туда продвигаться. Ага. Начинается, да? Так, здесь мы можем, в принципе, с тобой применить цепную... Ой, эту. Блин, только по одному. Так, раз, раз, не хватило, добиваем. Шикарненько. Так, лучник. Фу, вот этого, наверное, нам сдвинуть надо. Ого, сдвинуть не сдвинули, но хорошо так вмазали. Я чувствую, дракона лучше нам с тобой убрать. Лучше нам его убрать, потому что вот этот вот 100% хочет к нему подойти. Ай, ай. Выжили. Выжили мы с тобой. Ну что, давай попробуем вот так вот сделать. Сразу с крита вылетел в дупло. Так, в него же. Ой-ой-ой, слабо. Давай, родной, прикрывай. Так, а ты вставай сюда и
применяемся вот так вот. Блин, все. Пока больше ничего не могу сделать. Ай! Обошел, да? Лазеечку нашел все-таки, гаденыш. Сбоку. Но, тем не менее, мы победили с тобой. Выиграть бои в компании 10 раз. А вот у нас и камушки с тобой появились. А нам нужно 5 камушков, чтобы там скрафтить что-то. Ну что, 21-я миссия, ребята. Блин, опять. Опять тут 3 мага. Три мага. Эй, подожди, а зачем мне вот этого? Дайте мне... Вот так. Ой, дракон, дракон. Ну, попробуем, риск не уйдет. Риск, в принципе, оправдался. Лишь бы не замочили... Блин, опять ему повезло. Просто я не знаю, на чем. На добром слове держится. Так, секунду. Ну-ка. Я боюсь дракона сейчас завалят, ребят. Я вот сюда, конечно, могу встать и пыхнуть. И пыхнул на свою голову, блин, пыхарь, а. Переигрываем, ребята. Переигрываем этот уровень. Нифига, наконечник. Как всегда меня этот... Как всегда солнышко меня подвело, ребят. Солнышко, феникс ясный. Блин, может его убрать? Но без него тоже не могу, ребят. У него одна из самых мощных массовых атак. Как бы без него не могу я, ребят, тоже тут драться. Так, давай выдвигаться, наверное, с тобой сюда, сюда. Сюда встанем. Пока все. Посмотрим. Видишь, как они хитро делают? Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, слишком перебор у вас, ребята. У вас просто офигеть какой перебор тут. Ну-ка. Блин, надо вот эту вот колбасить. Слушай, а дальше-то как быть? Дальше-то как быть? Ё-моё. Ну-ка. Окей. Одна остается, да, вот с этим, блин, прожорливым големом. Ай! Нет, не бывает этому, блин, вот этот вот голем, конечно, напрягает. Так, добьешь, надеюсь, его? Классно. Так, здесь уничтожаем. Уничтожаем, говорю, рыцарь. И вот этого мага. Есть. Ну вот, вот. Ребята, разобрались мы с этими охламонами. Фух, продолжаем. Пока идем все ровно, гладенько. Никаких у нас косяков нету. Что-то мы можем с тобой куда-то одеть, видимо. Да, мы можем когти применить. Урон плюс 3. Шикарно. Ему урон это вообще просто необходим. Так, и у нас с тобой 22-я миссия. Тут что-то много слишком... Блин, ты посмотри, как классно выглядит, да, чувак? Как будто какой-то песочный убийца. Что мы тут видим с тобой? Видим двух воинов, видим 4 магов и 1 лучника. Начать. Что я могу сделать? Могу сделать вот так вот. Ой-ой-ой, какие они крепкие. Дальше я могу вжарить. А куда я могу вжарить? Вот сюда. Ага. Дальше мы сделаем с тобой вот так. И вот так. Эй, ну ты стреляй, Монти. Ну тут вообще хорошечно получилось. Так все подгадали. Под контролем так у нас все было. Я даже сам от себя не ожидал такого фокуса. Ну что же, переходим на 23-ю миссию. Всего их тут 30. Всего их тут 30 и... И что? Остается совсем чуть-чуть. Так. Лучше мы спрячемся здесь. Вот тут. Всех, как говорится, по кустам, ребят.
Всех по кустам ныкаем. Потому что на 50% получаем меньше урона. Понятно, тут вот эти вот две магички, их нужно в первую очередь ушатывать. Так, пламя, пламя огня сюда. Ага. Монти добьешь? Красавчик ты мой. Так, здесь, наверное, сделаем вот так вот. Чертовски как-то не очень сильно зашло, ну-ка. Боюсь, повезло. Монти, Монти родной мой, ты держись. И он выдержал. Хорошо тут разыграно было. А бои у нас с тобой почему быстро проходят? Потому что, ребята, я поставил скорость игры чуть-чуть, ну, побыстрее. Поэтому, как бы, она очень динамично сейчас идет. Так, что у нас тут? Опять конник. Так, 10 плюс к броне. Княженцию, мне кажется, лучше тратить уже на других персонажей. Так, забираем с тобой монетки. Что это такое? Порванный свиток прочности. Ага. Дальше. Ух ты. Кулон любовника. Вот даже как, понял? Какие мы с тобой кулоны добываем. Любовников. Так, ну что, 24-я миссия. Один маг, три лучника, два воина. Это все у нас пройденный этап. Уже какая-то деревушка, смотрю, тут у нас просвечивается. Как всегда, ребята, всех по кустам. Только лишь наш доблестный рыцарь, я думаю, может стоять вот так вот в наглую, противостоять врагам. Ага, ага. Даже тут дракончика моего, ребят, колбасит. Ну-ка. Минус маг, шикарно. Поехали. Ай, как красиво, ай, как хорошо. Минусуем. Так, а вот тут дракона я этого нафиг уберу, ребят. Манал я. И, наверное, вот так вот мы с тобой сделаем. Ой, ой. Твою же дивизию. А, так это фигня, ребят, я уже думал, что это Матео погиб. Нет, это погиб дубликат Матео. Призванный рыцарь. А так у нас все нормально получается. Да, выйдет. Наверное. Ну-ка. Да господи. Ты хернешься. А, она же на себя кликает. Или как там делается-то, я уже забыл. Способность не сработает. По непонятным мне причинам. Тогда придется просто бомбить. А дракона мне не убрать. Мне кажется, сейчас его бомбанет этот рыцарь. На волоске от гибели. Друзья мои, он выжил. Монти, отойди отсюда, блин. Так, давай-ка я, наверное, уберу отсюда дракона. Ну этот, конечно, у нас там бомбит. Вообще не по-детски. Скоро уровни начнут сыпаться. Монти там подкрадывается уже. Зеркальце какое-то. Вот эти вот жетоны, что мы с тобой получаем, да, вот эти вот гербики. Мы можем с тобой спокойно перепройти один и тот же уровень несколько раз, если нам нужно, например, что-то нафармить. Так, ну что, я вижу, тут очень много рыцарей. Очень много рыцарей. Так, поехали. Начнем. Сюда. Окей, добивай. Вот этого, наверное, надо. Отлично. Дракон, сможешь забомбить? Ать. Ать. Терпимо, терпимо, ребята. Все очень даже терпимо. Фигня получается, а так. Добивай. Найс. Так, Матео. Да чтоб тебя, вот. Жулики, но они специально, ребята, они знают, что солнышко надо бомбить мое вот это вот.
Не знаю, высокий уровень дракона, но такой он слабенький. Я уже это неоднократно вам говорил, что именно вот, ну, слабоватый он. Так, что-то мы с тобой можем кому-то еще, видимо, одеть. Ага, зеркальце. Магическая броня повысилась у него. Блин, мне будет 5 камушков таких найти. Вперед. Давай вот так вот сделаем. Не то. Вот, вот он выпал. Давай еще. Вот и все, ребята. Теперь я могу скрафтить ему новый ранг. Ай, красавчик-то, а? Мясо. Свиток. Броня. Ага, 13 уровень опыта. То есть мы как бы опережаем с тобой, да, получается? А он у меня какого? А он у меня маленького уровня. А нужен 13-й. Ладно, прокачиваемся дальше. Значит так, 3 мага, 2 лучника и воин. Вот он, Таро. Здоровый такой. Причем у него сзади в спине, по-моему, там были стрелы воткнуты. Ну чё, поехали? Прекрасно. Дракоша, а ты как, сможешь поджарить? Изи. Very nice. Блин, Монти, ты так медленно ходишь, мало. Ой. Тихо-тихо-тихо, ребятушки, успокоились. Валим. Тыч. Ну, добьешь? А ты? Да ё-моё, ну. Вот так вот, ребят, мы разделаемся с недоброжелателями. Монти уровень скоро получит. Вот чуть-чуть буквально, ребят, осталось. Может, бой другой и... Мы можем, конечно, с помощью книжечки ему прокачать левел, но зачем? Да? Так, что у нас тут? Начать. Мага прячем в кусты. Магичку сюда. Матео пускай здесь стоит. И уж тем более наше солнышко. Ать! Твою же налево. Блин. Ну это плохо, ребята. Это плохо. Ну что, гнем сюда, бомбим. Оу, щет. Ты гляди-ка, что они тут вытворяют. Они тут такую дичь сейчас устроили. Блин, мне до туда не дотянуться. Блин. Нет, я боюсь, тут у нас ничего не выйдет, ребят. Ты посмотри, что творят, а? Бедный Матео, блин, с двумя этими. Давай, попробуем. И Монти, Монти зажали. Монти зажали у меня. Я его не могу увести, его, его ребята уничтожат. Все, сейчас пойдут голову высыпаться. Да, тут, конечно, пипец. Это все из-за этих вонючих магов, которые стояли сзади, ребята. Все из-за них. Да, тут фейл капитальный. Монти, Монти получил уровень. Что? Не помню, у меня что, энергия закончилась или что там? Так, во-первых, давай посмотрим. Монти, улучшаем тебе способность. Одевай свиток, новый ранг получаешь, это круто.
Урон 31. Максимально для редкости так данного героя. Возвысить. А как возвыситься-то? Что нам нужно-то? Чтобы открыть новый... Как возвыситься? Возвысить героя до редкого, чтобы открыть эту ячейку. Подожди, я не пойму. Стой. Что надо сделать, чтобы возвыситься? Я не врублюсь. Выковать, улучшить. Сжечь предметы. Ну, сжечь, например, да? Улучшить. Максимально для редкости данного героя. Что нужно сделать? Нужно найти нам жетоны, что ли, для него, я так понимаю. Скорее всего, жетоны нам нужно найти. Так, тут у нас еще прокачка еще есть. Золька. Вот Зольку надо, ребят, прокачивать. Так, Сигрид. Требуется пятый уровень опыта. Пятый уровень. А у тебя-то какой? Какой у тебя уровень опыта? Что-то я не могу понять. Четвертый или... Не пойму, ни шиша. Какой уровень опыта? Блин, что вот здесь-то делать? Все, ребята, у меня, по-моему, да? Да, у меня закончился, ты представляешь? А почему так быстро-то? 220 гемов. Покупаем, ребят. Что-то как-то... Раньше вроде бы как бы хватало с лихвой, а сейчас что-то какие-то проблемы. Ой, я даже не знаю, ребята, ну как вот тут быть? Вот так вот, что ли, даже вот так. Видишь, что он прикрывается, блин, этими. Ладно, я рискую, ребят. Мне нужно вот этих магичек уничтожить, иначе ну, трындец будет. Сейчас солнышко это наше непутевое. Посмотрим сейчас. Вон, они, видишь, стоят где вдалеке. Надо до них достать, ребята. Блин, у меня не получается. А вы рыцари? Рыцари вроде как могут. Один! Ну вы серьезно, что ли? Фиг ли мне толку от вашего одного рыцаря-то? Да ну. Ребят, бред. Просто бред. Прикрыли, да, ее? Дракона туда отправлять, ну это смерти подобно, ребят, они его раскромсают, понимаешь, сразу же. Да, Ну и как тут быть-то? Как тут вообще можно сыграть? Я не пойму. Дракона сейчас тоже распетрушат. С удара причем. О-о-о. Не пойму. Не могу понять, как тут надо сделать, ребят. Но нам главное пройти этот уровень, потом можно будет переиграть его, если что. Смотри, мечник тут вообще. Наш конник просто не, он не может пробить.
Он там что, в кустах, что ли, стоит? Поэтому мы его так фигонько бьем. Точно он в кустах стоял. Хорошо, хорошо. Вернемся мы обязательно к этому уровню. Нифига себе. Люто. Что тут могу тебе сказать? Люто, конечно же. Ага, ага, в кучку встали, да? Вот как раз-то и хорошо. Как раз они тут в кучке, сейчас мы их зарядим по ним. Давай, дракоша, прям в серединочку. Минусуем мага. Прекрасно. Нет, родная моя. Давай-ка как-нибудь без своих фокусов этих. Так, уводим нашего мага. Иди сюда. Дракоша, ты прячься. Ну вот, совсем другое дело, ребят. Ну здесь хоть хотя бы есть шанс отыграться. Ну там... Там, конечно, это что-то чересчур. Все, отлично. Так, уровень у меня получает Матео. Книжка опыта, все дела. Давай, давай, мы сейчас с тобой прокачаем. О, забираем с тобой деревянный сундук. Монетки, гемы, щит. Это накидка и две карточки на персонажа. Окей. Еще и задание выполнили, да? Спасибо. Прекрасно. Фиолетовый сундук будет потом. Так, что у нас тут? 848 урона нанес дракону. Это хорошо, когда такие рекорды есть. Это очень хорошо. Щит. Так. Они одинаковы, ребят. Шанс блока, шанс этого. Они абсолютно одинаковые. Только это необычный. Этот обычный, это необычный. Так, прокачиваем скилл. Так, кто у нас еще? А тебе-то что? Можно меч, можно это. Давай уровень тебе поднимем просто. А что тут надо тебе? Уровень один. А, да необычно, нужно вознести его. Новый ранг. Прекрасно. Тут много всего вкусного для него есть, поэтому вставляем. Будем, как говорится, прокачкой заниматься. Все, по-моему, да? Смотрим дальше. Ринзи, а тебе... Вот, только можно что сделать? Только улучшить, и все. Так, погоди. А, дракон. О, новый ранг получает у меня солнышко. Тоже много чего есть вкусного, полезного. Давай одевать. Так, остаются две вещи, да? И еще повысим ранг. До редкого. Как его вознести до редкого? Блин, вот я не могу понять. У меня вот Матео. Как его прокачать? Что для него нужно? Не могу понять. Не знаю. Ладно, ребята, скоро уже босс на подходе. Так что готовимся. Одинокая гора. Че, три персонажа всего? Ой-ой-ой. Подожди секунду. Погоди-ка. Матео, ты не можешь достать, да, до нее? Но магичку-то в любом случае нужно запинать сразу же. Иначе она... Тихо. Ой. Так, ну что, здесь применяем тогда вот так вот. Опа. Ну. Вот лучник непутевый, а ты запарил. Да блин, ну вызывай армию хотя бы. Не может он шиша вызвать. Ну добей.
Все, ребят, ну тут вообще легче легкого было. О, Ханочка у меня уровень получила. Давай мы с тобой что сделаем? Посмотрим, что там. Прокачать можно ей скилл, как всегда. Да, Хана? Все. Ну, друзья мои, вот и босс. Твою же налево, кто он такой? Корин. Класс воин. Наносит дополнительный урон классу разбойник. Он может летать, он еще элементаль. Что, слякоть какая-то у него тут. Блин. Он элементаль, друзья мои. Во имя света, что это? Всего лишь ледышка. Мы ее уничтожим. Попробуйте, но никто из вас не сравнится с мастером меча. Корин умеет летать. Летуны могут пролетать над препятствиями, короче. Вон он, да, Корин. Он может летать. Ну что, начинаем с кустов, как всегда. По кустам ныкаемся. Ныкаемся по кустам, по щелям. Ну, смотрим. Блин, маг этот. А, я забыл, что маги здесь призывают. Давай-ка сюда вжарим. Что это сейчас? Это что такое вообще сейчас было? Слушай, ну подожди, вдруг... А вось как-нибудь. Бьем. Что он сейчас? Йо-хо! О-хо-хо-хо! Это что сейчас было, ребята? Это что было, я спрашиваю? Он всех уничтожил. Он всех уничтожил, кто стоял вот здесь. Вы серьезно? Да этот... Он себе еще и здоровье все восстановил, что ли, я так понимаю, да? Я в шоке. Меня спасает только одно, что я стою в кустах. Ну это... Да это трындец. О, друзья мои, да, да. Это трэш. Это как же мне его бомбить, если он так выпендривается? Как? Матео, объясни мне, как мы его будем побеждать, а? Вообще не знаю как. Там еще это со своим големом плешивым. Пропускаем ход, пускай они сами идут ко мне сюда. Так, Матео, давай мы с тобой, наверное, сюда вот вызовем рыцаря. И будем здесь с тобой бомбить их. Прямо вот здесь вот, отсюда. Он летает, он дофига, ребят, куда может переместиться. Вот в чем дело. Нафига ты сюда перепрыгнул? Крышка ему, походу, дела, ребят. Ему крышка. Так. Так.
Если он сейчас применит свою супер-пупер магию, это будет крышка, ребята. Надо эту нишу занимать. Так, мы убили с тобой босса, кстати. Мы убили с тобой босса. Пропускаем. Чтоб тебя. Да неужели, ребят, но главное было пройти, да, я не спорю. Не очень хорошо получилось, оу. Так, продолжайте, чтобы получить Корина. Довольно крутой чувак, мне понравился. Офигеть, Морозная долина. Что мы с тобой здесь? У нас камень призыва был? Это, видимо, я только сейчас получил за Корина. И что у нас тут? Монти. Объясните мне, как мне его возвысить? А, я, кажется, понял. Так, где у нас Монти? Где его можно получить карточки? Ну-ка. Рейд. Две. А, по-моему, две и нужно было, да? Или нет? Блин, еще одной не хватает. Так, секунду. Я просто хочу проверить, прав я или не прав. Рейд. Есть. Теперь-то можно его или нельзя? Да что ты будешь делать-то? Осколок Монти, у вас есть 4. Почему 4? Вот. Это ж сколько нужно этих? Непонятно. Так, повышаем, ребята, Монти мы с вами. Ну вот, вот, пошло дело. А чего вы достигли высшего ранга? Так. Возвысьте героя. Так возвысил же героя. Или еще надо круче возвысить его. Ну, получается, да, еще надо круче возвысить. А чтобы открыть, например, Корина, где? Вот сколько? Ага. 50, да, нужно карточек на него, чтобы открыть. 50 карточек нужно на Корина. А чтобы на него зарабатывать, нужно, друзья мои, иметь 3 звездочки. Пи-пи-пи. Только после этого ты сможешь его фармить. А бабулех у нас это есть, бабулех? Бабулех у нас это есть. У нас вот нет вот этого вот. Блин, попробуем, а, ребят. Пока есть у нас с тобой энергия. Так, подожди, мага поставь назад. И не только мага, нам здесь еще и Монти понадобится. Начать. Я могу... Ну, вот так вот начать. Начал. Начал круто. Можно ведь сразу полыхнуть, ведь так? Полыхнул. А дальше что? Ну, давай сюда встанем. Блин, это же у нее там, да, супер мощная магия-то. Сейчас проверим. Эй! Эй! Ой! Понятно. Еще раз. Отступить. Начать. Вот сюда вот встанем. Ну-ка попробуем. Ать, чуть-чуть, да, чуть-чуть не хватило. Да, эти сразу, значит, начинают вызывать. Так, Монти. Не Монти, как тебе там? Вжаривай. Найс. Неплохенько. Давай.
Блин, в плане слишком... Почему слишком далеко-то? Давай я сюда подойду поближе. Не понимаю, почему слишком далеко-то? Ну что, влупим? В дракона бомбят, в дракона бомбят, понимаешь? Так, сделаем такую штуку. Блин, ну не могу, понимаешь, эту. Давай, наверное, так вот сделаем. Теперь вот так вот. Если я туда дракона выставлю, его разнесут в хлам, сразу тебе говорю. Так, лечи. Окей. Трындец. Уходи. Я не понимаю, почему конник мой не может... Блин, надо мага уводить теперь. Сюда ставим. Хиляем. Монти, ты что-то вообще ходишь мало. Очень мало ходишь. Смотрим. Ты запарил тут уже шоркаться? Все равно не могу. Давай добьем тогда, что ли, я не знаю уже. Так, пропускаем ход. Нет, мы с тобой хильнем. Пропускаем ход. Ход, говорю, пропускаем. Теперь смотри, что я хочу сделать. Так. Дальше. Вот так. И добивочный. Е! Три звездочки, друзья мои, как с куста. Вот то-то и оно, вот то-то и оно. Зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Я вообще не это хотел, блин. Только энергию зря трачу. Я хотел вот так вот сделать, рейд. Че, и даже карточек не дали мне на героя. Так, монетки, гемчики, броня, свиточек, оу. Так, чтобы получить этого персонажа, что нужно нам? Нифига себе, 50 карточек. 50 карточек нужно, ребят, на этого персонажа. Что скажешь, рискнем? Портал призыва. Не хочу я через портал. Я хочу вот через вот так вот, через бой, через рейд. На сегодня попытки закончились, говорят. Приходи в следующий раз. Слушай, а вот это у нас тоже с тобой нету? Этого персонажа-то у нас нету. А что нужно? Сколько нужно? Всего лишь 7 карточек. Рейд. Еще один. И еще. Придется еще один. Да ну... Неужели такой редкий персонаж, что так фиговенько? А вот этого тоже, кстати, у нас нету. Одну всего лишь дали, да? Ты посмотри, как... Да, жучары, не так все просто. Фиг еще накопишь, даже если захочешь. Так, ну что у нас? Натиск. Все пооткатывалось у нас. Ну, пойдем с тобой на босса. На тебе бомбочкой.
Наши персонажи все-таки малька прокачали. Сейчас должны дамажить мы. Ну, довольно круто. Довольно круто. Так, мы можем еще, да, одного взять. Это будет у нас... Нет, мультик мы оставим. Вот сюда, поехали. Давайте ему там взбучку. Отлично. В плане ты не... Ты же доставать должен. Да ну, дракош, ну хорош. Так, Монти, ты своей супер... Не можешь, да? Ладно, вставай сюда. И ты сюда. Что-то как ты тут разошелся, парень, не на шутку. 141. 53. 27. 56. Должно быть не кисленько он получать урона. Ребята, от нас. На. Как в плане слишком. Блин, слишком далеко. Уходим сюда. Хиляемся. Ай-я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 й, ребята. Что ж ты будешь делать? Рыцарю, к сожалению, моему даже не добраться до туда. Сколько я всего 477 урона нанес? Это ничтожно мало, ребята. 477 урона, это что такое? Да. Ладно, давай еще раз разыграем. Три попытки у нас с тобой есть. Об этом не забывай. Поехали. Получи, гаденыш. Еще. Так вот, встанем с тобой. Да блин! Этот понимаешь, он когда приземляется на наших юнитов, он их просто давит. Он их просто раздавил сейчас, вот и все. Нормально тебе такой расклад? Раздавил их просто. Да. Сейчас еще меньше нанес. Тонны урона. Какие там, блин, тонны урона? Я тебя умоляю, тонны урона. 412 урона, блин. Он, видишь, что делает? Он приземлился на мою эту целительницу и Монти. И сразу двоих растоптал, вот и все. Делай вывод, что вдвоем их лучше не ставить. То есть рядом юнитов нежелательно здесь ставить. Чтобы не стояли вместе, я имею в виду. Как угодно, но чтобы не вместе они были. Ишь! Сразу даванул, гаденыш. Взяли мага, распетрушили. Причем вообще быстро так. Нет, ты давай поджаривай. Жестко. Бомбит жестко, серьезно тебе говорю. Офигеть, в шоке просто. .483 урона нанес. 504. Бедный рыцарь мой. Ну, отбивался до последнего. Ладно, заработали с тобой чуть-чуть монет. Хорошо, давай посмотрим, что мы можем с тобой еще. Здесь все, как ты понимаешь, да? С драконом подрались от души. Дальше у нас идет с тобой вулканический берег. Сундук. Причем эпический. Наверное, куча бабла в нем. Так, ну что? Дракончик мне здесь лучше вот так вот сделаем. Поехали. Дракоша, блин, ты не можешь, да? Вот так сделаем. Давай, сундук бомби.
А, куча денежек. А там что за шкатулочка такая? Ну, в плане ты не можешь никуда... Давай так сделаем. Изи. Так, погоди. Давай-ка мы с тобой призовем наших рыцарей доблестно. Пускай они тут уже разбираются с этими хламонами. Мы с тобой сундук вот этот вот. Ну, пробивай. Отлично. Так, еще у нас тут сундучок. Ого. Ничего себе, там получили какую-то звезду морскую. Мне до гемов можно как-то дотянуться, блин? Нет? Пойду за деньгами хотя бы. Да. Монти, блин. Так, а, осталось 3 хода. Давай сюда встанем, а здесь подожгем. Бочка. Слушай, ну мы все награды с тобой взяли. Да? Да, все награды. Так, что у нас тут? Ага, помогает ломать, молодцы, красавцы. Бочку тут сожги. Все. Последняя попытка. Последний ход, точнее. Ну вот, нормуль. Вот какая-то штука у нас. Шарик боли. Еще раз, конечно, еще раз. У нас с тобой есть попытки, будем их все тратить. Ну что, погнали. Опа. Свиточек. Давай сюда. Замечательно, шикарно. Ты... Подожди, что ты... А, ты можешь вот так вот, да? Подожди секунду. Да ё-моё. Давай огоньком сюда. Еще что-то там выбили с тобой интересного. Так, ну-ка бомбанем. Зашибательски. Ой, это шипы. Я думал, это можно подобрать. Давай этого уничтожим. Следующий. Так, гемы забираем. Сюда в сундук этот бомбим. Давай так раздавим с тобой. И монетки заберем. Так, слушай, а что я делаю? У меня же рыцарь есть. Пускай помогает мне, в конце концов. Мак, тебе придется в шипы влазить. Хочешь ты этого или нет? Ай. Зачем ты туда встаешь-то? А, монетки, монетки, монетки. Ну, жду следующего сундука или что там. Тут будет сундук, ящик. Взрываем. Прекрасно. Все собрали, что могли, ребят. Но даже новый уровень у меня получает солнышко. Так что давай прокачивать его. Играть. Так, а в плане играть, если у меня больше нету билетов, как я тебе буду играть? Выполнил задание, забираем. Угу. Так, вот это хорошо. Смотрим здесь, солнышко. Прокачивается солнышко. У него дамаг, да, ребят, дамаг у солнышка офигенный. Но защита, я уже умалчиваю, ребят, про эту защиту. Так, что у нас еще здесь в испытаниях? Натиск есть. Натиск, да? Ну, пойдем. Я уже, ребята, почти до бастиона Сумерек достал, ну, добрался. Почти. Тут осталось совсем чутка. Ну, натиск тоже становится довольно яростный такой. Так, что мы тут можем сделать? Ну, во-первых, сразу в кусты прячемся.
первым делом, да? По кустам, по щелям разбежались, как говорится. Угу, вот так они делают. Добивочный, ага, добивочный, фигивочный. Тут надо было не так делать. Скелеты. Конечно, тут надо было не так делать, ребят. Тут надо было вызывать подмогу. Блин, ну ни в одном же лице-то, господи. Ладно, скелеты очень боятся магии, я смотрю, они разбираются тут вообще на изи. Так, сколько тут будет? Три волны, да? А где враг? Пока нет никого. Во-во-во-во-во, стрелки! Что может быть, блин, хуже? Даже не попытаюсь сдвинуться. Буду стоять здесь до последнего. Так, надо хильнуться здесь. Так, Мак, ты обратно в кусты. И ты, Матео, тоже уходи в кусты. Так, скелеты, да? Ну, со скелетами тут все понятно. Это ватники. Именно в магическом смысле, ребят. Давай бомбанем. Эй, куда же ты вышла-то, дуреха? Сейчас уничтожат тебя. Эй, болванка. Вылезла. Так. Сигрид, иди сюда. Пускаем ход. А, еще волна будет. Тогда уходим. Да вы достали, блин. Вот посмотри, что творят. Именно дракона бомбят. Так, дракончик. А, все, победа. Победа. О, на бабульку мы с тобой получили жетончики. Хотя эта бабулька еще даже не, как бы сказать, еще рано нам до нее. Подожди, я не понял, почему... Я не понял. В каждой... А, все, я понял. В каждой стычке еще несколько волн. Вот что. А я думал, что одна стычка — это и есть одна волна. Нет, ребята, ничего подобного. Ну и что вы тут прибежали, такие довольные стоят? На-ка! Выкуси. Сюда встанем. И в кусты. Домоньте, да? Ого! А чё так серьезно-то бомбите? А, братюни? Так дело не пойдет. Пропускаем ход. Блин, сумеречные эти. Сумеречные чувачки. Ладно, кританем. А здесь уже позовем наших собратьев. Этого дракона лучше нафиг не выводить, ребята. Пускай сидит там в своем подполье. Так, Монти. Тебя надо захилять. Пока норм. Пока норм. Да ну, да завязывать уже, блин. Как начнут бомбить одного, и хоть ты хоть стой, хоть падай, а. Ну-ка. Найс, найс. Very good. Так, ждем следующую волну. Дождался, блин. Ну что ты там пляшешь-то? Иди сюда уже, танцор диско. Ну, отлично. Кто там следующий-то? Давай отойдем оттуда нафиг.
На дракончика сразу, да, нападает. Давай, бомби. Пока все неплохо, ребят. Так, еще будет волна, да? Да. Выбрать. Давай, Золя. Да блин, ты... Все. Фу, о, на кого он получил с тобой карточки? И три карточки еще и на дракончика, на нашего, на солнышко. Так, ладно. У нас, по-моему, еще третья попытка с тобой, да? Это, по-моему, получается последняя. Да. Лучезарный орден. Этот чувак, я так понимаю, главный босс морозной этой будет, скорее всего. А что вот это такое? Смотри. Опасная зона включена. Это как понять? А, мы с тобой можем... Так надо было мне вот так и играть, чтобы мне видно было, куда я встаю. Ну да, тогда же лучше, так понятнее. Я не знаю, только... Сюда вот. Трындец вот. Нифига. Погоди-ка, ребята, чё так шустро-то? Всыпал им по первое число. Нормуль. Так, скелета минус. Окей. Сумеречный, блин. Нет, тут, наверное, просто атаковать будем. И конников призовем. Улетай, дракоша. Скрита. Хорошо. Докопался. Эй! Почему ты только себе-то здоровье восстанавливаешь? Я не понимаю, блин, вот этого. Жалко тебе, что ли, восстановить здоровье моему дракону? Или чё? Так. Зря я так сделал. И так тоже зря сделал. Сейчас короля и Монти распетрушат. Угу. Почему я его называю королем? Он же маг. Но он просто такой маг, знаешь, как король. С короной, все дела такие. Поэтому, ребята, я его называю магом. Точнее, королем. Ну, пропускаем ход. Тут еще волн-то дофигища будет, прикинь. Уходим, ребят, по матрешкам. Хиляй. Такой отхил дешевый, если честно. Так, это, по-моему, последняя волна у нас, да, получается? Это последняя волна. Все. Ох ты, ох ты, карточек на каких-то персонажей, которых я еще даже и не видел. Которых у меня и нету. Дальше все, ребят, я не смогу подраться. Верно же? Говорят, билетиков нету. Блин, тут еще будет босс, ребята, Кацумы. Как раз я перешел на эту третью стычку. Так, что у нас тут? О, мой новый рекорд. Так, я выбил... Блин, везет тебе, блин. Кацуму выбил, а? Эх, Кацуму. Я только что ее глянул. Да, Кацуму это хорошо. Так, надеваем. Прокачиваем. Блин, ну у меня этот маг вообще имба. Самый имбовый это маг у меня. Из всех персонажей. Так, а у нас ивент кончился или нет? Кончился, да, по-моему, ребята? Угу. Жалко.
Я бы с удовольствием поиграл. Арена героев. А что дает арена героев нам? Сундук. В сундуке очень много вкусняшек. Победы. Мне еще одну победу, я получу деревянный сундук. Ну что, давай Ой, 4 звезды. Ну давай я с кем-нибудь попробую подраться. Ну, Тхандер, например, да? 280 мощей, у меня 283. А как вот здесь у него меньше, я не знаю, ребят. Ладно. Попробуем. В бой. Поражение дает минус 24. Так что... Интересно, это реальный бой или это с ботами? Фига там! Да, у чувака такой не кислый... Нет, ты давай сюда. Такой не кислый меч. Че, я хожу первый, да? Так, Дракош, давай, наверное, сюда встанем. Спрячемся здесь. Как бы перекантуемся маленько. Ах ты, говнюк ты этакий. Ёпарсете, блин. Это... Ну, он сделал ровным счетом то, что хотел сделать я. Ну, завалим. Ну и чё? Чё стоим? Чё ждём? А он ещё занял позицию в кустах, ты прикинь? Ёпарсоте, ну и чё мы тут сделаем? Да ничего, ребят. Он в кустах стоит. Его не пробить. Вот этого можно пробить, он уже вышел из кустиков. Из кустиков. Так, Дракоша. А, так это... Блин, тут вражеский же. Ну с какого перепуга? Я же тоже стою в кустах. Это чей рыцарь, не могу понять. Мой. Завалим. Ты видел, как я его шандарахнул? Конечно же, солнышком подбил. Он, точнее, солнышко уничтожил, и он взорвался. Так, демчик. Ага, и два пропуска. Окей. Сколько нужно? Угу, еще 3 победы. Ну, давай я, например, возьму вот этого. Опять Хандер? Можно с ним опять драться, что ли? Ну, смотри, по силе, по мощам он сильнее меня. Почему-то вот этот показывает, что он слабее. Но зато если мы проиграем, минус 56 будет. Не знаю, почему это такое, ребят. Так, постой, я... это же вражеский, да? Вражеский. Давай я так сделаю. Ну-ка. Ух. Слишком, говорят, далеко. Как слишком далеко-то? На тебе по башке. Оу. Чего? Это что сейчас было-то? Я не понял. Так. Немножко в каком-то шоке пребываю сейчас. Ты видел, как этот хмырёныш бомбит? Да-да, я именно про голема говорю. Ой, про голема, про вот этого вот. Ты смотри, что он тебе позволяет. Нифига, он там рубашит, критует. Зашибись просто-напросто. Просто подошел тюх, одного, тюх, второго в минус просто. Не, так, ребят, дела не делаются, да? Забираем.
Так, гемы, монеты. Каска какая-то. Еще немножко, еще чуть-чуть. Так, одолите 60 существ династии Ринзи. Так, в плане династии Ринзи, так я же все. Так, ладно, смотрим, ребят. Ну вот только вот с этим могу попытаться сразиться. Голем этот. Да, его на массовая атака, вот это вот, конечно, имбово вжаривает. Ну что, поехали. Слушай, я думаю, блин, маг наверняка дотянется, да? Ну-ка, если я первым приступлю, так сказать. Да ладно, ты дотянуться, блин, не можешь, да? А так. Блин, если я коника, например, поставлю сюда, не будет это моей ошибкой, ребят? Это была ошибкой. Это была ошибкой, ребята. Так. Да почему ты одного-то вызываешь, конник? Это я, блин, не пойму вот этого вот дебилизма. Оборзела ты что ли там, а? Хиляет. Надо от нее избавляться нафиг. Может, просто много слишком себе тут. Блин, Матео этот, ой, Монти еще тут. Так, валим нафиг. Монти, думаешь, избежишь? Ведь завалю же, гаденыша. Так, а что у нас тут? У нас тут и осталось-то шиш да не шиша. От армии-то от моей. Да как мне до тебя дотянуться-то? Во. Ну давай посмотрим, кто кого. Ведь запинаем же, гаденыша. То, что у меня стоит вот здесь рядом мой вот этот чувак, он меня хиляет каждый ход. И благодаря этому, естественно, ребят, я его пробил. Пробил ему фанеру, короче. Будет знать, на кого рыпаться. Так, нам еще одну победу, и мы с тобой получаем фиолетовый сундук. Давай посмотрим, с кем Сека. Секи тут всякие. Слушай, ну тут уже 9000 с лишним мощей. Эй, можно обновить противников, конечно. Во, нашел жертву, ребята. Нашел жертву. Ну-ка. Сейчас, прикинь меня, распетрушат здесь, даже не поморщится. Ё-моё, я в меньшинстве пошел играть. Зачем? Жарь давай. Не-не-не-не-не, этого надо рыцаря валить. Матео нужно, ребята, уничтожать. Воу. Воу. Это что? Вот сейчас, что это было, ребята? Это как? Это как так, ё-моё, я не понял, что за фигня произошла сейчас? Нашел, говорю, жертву, блин, ага. Я не могу понять, мне нужно вот сюда смотреть? Или вот сюда? Так, очки рейтинга. Не пойму я, как тут. Ты понимаешь, вот здесь вот, да? Ты посмотри, какие у него тут герои. Ну и тут и мощь, конечно. Давай, наверное, вот сюда пойдем. Попробуем.
Мне нужна всего лишь одна победа, чтобы получить фиолетовый сундук. Ё-моё, я, в принципе, из-за него хочу сейчас подраться и все. Так, ну что? Сделаем. Отлично. Вызываем. Бомбим. Добивочный. Сигрид, иди сюда. На-ка. И добивка. Замечательно. Так, сундук мне дадут, мой фиолетовый, который там обещали на блюдечке мне принести. Да, слово держит. Мани-мани, гемы. Пропускной жетон. О, это хороший камушек для крафта. Свиточек и пропуски. То есть еще три победы деревянные. И вот таким вот образом, ребята, мы с вами доберемся потихоньку до этого сундучка. И сундучок держит действительно хорошие награды. Ханна, что? Ага, понял, камушек. Магический урон повысили. Ну все, я думаю, ребята, у нас, кстати, скоро 11 уровень. 11 уровень мы скоро с тобой получим. Блин, скоро гильдейские войны, проекты. Блин, я думаю, будет классно в дальнейшем. Ну что, ребятушки, на этом, пожалуй, я буду на сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.